Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту, где я абсолютно без вложений. Трон АД Профит. На просмотре сайтов зарабатываю монетку, собираю трон. И вывод здесь от одной монетки. В этом видео я хочу показать, как ставить свою рекламку. Так как здесь очень дешевая реклама, естественно, я здесь рекламлю. Но сегодня я уже просмотрела всю рекламку. Вот шортлинк я не собираю. У меня по нулям все, как бы нету рекламки. Прежде чем рекламить, нужно пополнить рекламный баланс. Вот здесь депозит. Я кликнула. Я пополнилась на $1. И минимум пополнения здесь от 25 центов. Поставила цифру 1. Выбрала метод. Я спайра пополняла. Вот здесь у меня 25 центов было. Вот. Здесь уже 50 центов стоит. Почему-то. Ну и нажала депозит, меня перебросила на Pair. Ну и там все как по накатанной. Давайте я покажу, как рекламить свои проекты. Значит, я вот здесь самая дешевая рекламка Pay to Click ADS. Вот это на просмотре сайтов. То, что я просматриваю рекламку. Сюда вводим название, сюда описание. Сюда реферальную ссылочку, сюда баннер. Значит, здесь секунду выбирай. Вот сюда обязательно ставим галочку, что наш сайт не нарушает там правила. И здесь выбираем секунды. Вот здесь вот такая сумма. Можно на 10 секунд поставить, на 5 секунд. Ну, вот как-то так. Давайте я покажу вам. Так, я первую рекламку вот эту поставлю. Возвращаюсь. Описание также сюда. Вот сюда ставьте пробел, как бы, чтобы видеть, сколько символов. Также пробел. Имейте в виду, здесь 25 символов, здесь до 80. Далее. Реферальная ссылочка у нас. Так, реферальная ссылочка. Сюда ссылочка на баннер. Баннер. Так. И у меня все устраивает. 5 секунд пусть будет. Вот такое количество у меня спишется монеток. Кликаю. Все, моя рекламка загружена. И еще я хочу сделать рекламку. Обращайте внимание, какую рекламку мы просматриваем. В основном тут идет реклама по криптовалюте. Я хочу на кран поставить. Вот у меня. Также я поставлю рекламку и описание. Я делаю все на английском языке при помощи Google переводчика. Так как здесь иностранные в основном партнеры. Так, ссылочка. Сейчас посмотрим, где у нас ссылочка. Вот вставить. Я ставлю пробел. Вот 71. Не из 200. Здесь забыла я пробел поставить. И здесь тоже. И так как на кране нет баннера, я взяла баннер просто с другого криптовалютного крана. CoinPayU. Тут разницы нет. Главное, чтобы реферальная ссылочка стоит. А это типа картинки будет. Вот. 100 просмотров. Здесь я поставлю 10 секунд. Как бы. Так. Вот такое количество 3x. За 100 просмотров. Бью, но. Все. Моя рекламка загружена. Теперь идем просмотр рекламы. Я кликаю.
И вот две моих рекламки видим. Вот на кран, а вот на проект мой. Далее возвращаемся в дашборд, на домашнюю страничку. И вот у меня, видите, да, почти ничего не снялось. Я говорю, я все, как бы все сразу деньги я сюда не вкладываю. Я постоянно рекламлю проектов таких. Вот у меня есть аналогичные. Я давно-давно как-то на $1 я пополнялась. У меня еще даже не израсходованы все монеты. Вот здесь я говорю, очень дешевая рекламка. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать. Так, вот здесь на домашней страничке реферальная ссылочка. Вот, краткий обзор я писала вчера. Кому интересно, посмотрите. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.